год все ближе и ближе. Я уже начала закупаться новогодними подарками. Дальше тянуть некуда. Хочу также с вами поделиться сайтом, где можно найти подарки абсолютно для всех в различной ценовой категории. Кстати, там еще есть новогодний декор, поэтому готовьтесь репостить следующие истории. Сайт называется ShopBuy. Здесь есть специальный раздел с самыми актуальными товарами. Также есть раздел «Скидки», где можно посмотреть стоимость на товары и сравнить с конкурентом. В разделе «Скидки» есть и телефоны, и планшеты, и ноутбуки. Если сравнивать с другими сайтами, то многие позиции по технике будут намного дешевле. И я сделала для вас подборку подарков для всей семьи. Например, фитнес-браслеты от Xiaomi здесь можно купить от 39 рублей. Если в вашей семье есть геймер, то посмотрите, какую классную компьютерную мышь я нашла за 54 рубля. Очень полезные подарки. Электрическая зубная щетка или ирригатор. Ирригаторы от 28 рублей, электрические щетки от 40. Для любителей бани есть набор за 15,87. Удочки от 12 рублей. JBL-овские колонки от 60, а Яндекс-станция от 129. А вот от 193 на других сайтах от 250. Проекторы будут от 179. Ребята, искусственные елки 49 рублей 1 метр. И чтобы не заскучать в новогоднюю ночь, обратите внимание на настолки, они от 16 рублей здесь. Всем советую сделать такой подарок. Я в разделе скидки нашла роботы-пылесосы 520 рублей всего. На всякий случай оставляю для вас ссылку на сайт. Переходите, там можно найти все, что я показала, ну или то, что вам нужно.